Гомельский химический завод – одно из ведущих предприятий нафтохимической галины Беларуси и наибуйнейшей Украине, где вырабатывают минеральную добрыню с утриманием фосфору. До 60% продукции отправляется за межи краины. По выниках работы в первом квартале этого года доля экспорта достигнула амаль 85%. Для нашего предприятия, как и для любого другого, существуют традиционные рынки сбыта. Это Польша, Литва, Латвия, Украина. Конечно, целевые рынки не всегда обеспечивают наши потребности в продаже продукции, поэтому вопросами диверсификации мы занялись на предприятии уже давно. На сегодняшний день география нашего экспорта составляет более 10 стран. Наша продукция была представлена на таких рынках, как Грузия, Молдова. Реализация инвестпроекта по реконструкции цеха фосфорной кислоты, який завершили летось, дозволила снизить расходную норму по основной сыровине – фосфоры. А это, в свою чергу, принесло заводу отчувальную экономию. Материальный эффект отзначены сёлета и от проектов, которые укоронили несколько годов тому. Например, модернизация сернокислотного производства, проведенная 5 лет назад, на сегодняшний день позволяет полностью отказаться от покупной теплоэнергии, не использовать на производство тепловой энергии природный газ, а также наполовину обеспечивать себя собственной электроэнергией, что дает весомый вклад в снижение себестоимости. Также к снижению затрат приводит экономия материальных ресурсов, сырья. Как одно из мероприятий, это закупка более дешевого сырья. А как основной рычаг экономии, это непосредственно отработка технологий и поиск более оптимальных режимов, позволяющих снизить непосредственно удельные расходы сырьевых потоков. Дарэчы, с притягнением распрацовок белорусских навуковцев на предприемстве поширают ассортимент удобрений. Штогод з'являются 3-4 новые марки для каждой рослинной культуры. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».